лежит чистильщик, если можно. И Гойко Эчеа, сборный из сквадра Адзура, участвовал в чемпионате мира в 1974 году. И 2 года назад он демонстрирует свое мастерство. Можно бить поворотом. Но наконец-то мы увидели в деле Ромарио, новобранца Барселоны. Получив передачу, очень технично обработал мяч, остановил его грудью. Вот удар мог быть поточнее. Пытается сейчас с помощью Лаудропа уже через центр. Ромарио. Второе касание его мяча. С ноги на ногу. Коробочка. Вот так называется это нарушение на языке футболистов. Все правильно. И я думаю, что арбитр встречи может показать желтую карточку Алессандро Костакурта. Да, нарушение правил было совершенно очевидно. И вот у главного арбитра появляется в руках желтая карточка. Паоло Мальдини и Алессандро Костакурта. Один толкнул, а второй вот принял еще и по хоккейному на бедро. Посмотрите. Но это уже опасно. Одрупа на вес штрафную. Была игра рукой, бил поворотом Ромарио. Как-то вот даже по лицу бразильца видно, что он не чувствует себя, что называется, в своей тарелке. А в Голландии он играл отменно. Да, мяч попадает, но не поэтому не последовал 11-метрового, а этот гол не будет засчитан, поскольку Ромарио находился в положении не вне игры, но и с другой стороны мы увидели его технику. Бразилец, что там говорить, распространяться про это не стоит. Посмотрите, одним касанием он направил, переправил мяч в ворота, вышел на ударную позицию, да, был офсайд.